Один из одесских пляжей сегодня стал местом настоящей трагедии. Оставленная без присмотра взрослых, утонула 5-летняя малышка. Возможно, этого не произошло, если бы те, кто приходит на море позагорать и искупаться, помнили, что пляж – это не только место отдыха, но и место повышенной опасности. Специально для того, чтобы избежать подобных трагедий, в городе для детей проходят специальные уроки, организованные школой безопасности. Трагедии на воде должны стать настоящим уроком как для взрослых, так и для детей. Специально для учащихся начальной и средней школы в Одессе проходят учебно-методические занятия. Как правильно вести себя на воде? Как пользоваться спасательным кругом? Как оказывать помощь, если кому-то стало плохо? О том, как спасти человеческие жизни, детей обучали сами спасатели. Разумеется, любым практическим знанием лучше овладеть на практике, то есть на самом море. Уроки безопасности проходили на 10-й станции фонтана. Вот сейчас ребята 108 и 8 гимназии обучаются кидать конец Александрова. Только недавно они обучались кидать круг, проводить сердечно-легочную реанимацию. Дети обучаются всему тому, что должен уметь спасатель, чтобы в любой ситуации оказать помощь пострадавшему. Нам провели инструкцию, мы очень многое узнали. Я узнала, как мы можем спасти человека, то что надо подплывать сзади, а не спереди, и как надо подплывать на лодке.